В весовой категории до 60 килограммов чемпионом большого шлема Баку стал хозяин турнира азербайджанец Агаев. Он показал довольно неплохую борьбу, как обычно очень взрывную, скоростную. Сегодня мы и посмотрим на нее. Хайлайты Агаева на данном турнире. Хочу сказать, что я его не записывал в фаворитов данного соревнования, как вы можете знать, потому что последнее время, признаюсь честно, его результаты меня не впечатляли. Хоть он уже довольно титулованный дзюдоист, он выиграл несколько грэндслэмов и несколько медалей других рангов оттуда, но на этот турнир он подготовился и зарядился, конечно же, поддержкой трибуны и выиграл его. Сейчас на ваших экранах второй раунд, где Агаев боролся против оппонента из Казахстана в синем кимоно. Путем дисквалификации своего оппонента азербайджанец прошел дальше. Три шидо получил казах, а Агаев отправился в четвертьфинал, где он боролся против монгольского представителя. И вот в этом эпизоде заходил на свой коронный бычок азербайджанец. Видно, что захват держит свой, контролирует борец в синем кимоно, и здесь улетает с доминирующего, казалось бы, захвата, но оценки там не было. Но вот здесь снова финтит Агаев, заходит на подхват его оппонент и моментально его контрит катагурумой Балабек и зарабатывает ипон. На самом деле это выглядело очень красиво в динамике. Посмотрите, как четко сконтрил. Монгольский дзюдоист явно был не готов к такому развитию событий. И полуфинал, наверное, полуфинал мечты, это Гусейнов и Агаев. Конечно же, многие фанаты азербайджанские хотели бы видеть данную схватку в статусе финальной за золото, но в полуфинале встретились соотечественники, и это не помешало Агаеву впоследствии взять золото. А вот Гусейнов взял бронзовую награду, поэтому можно сказать, программу минимум сегодня Азербайджан выполнил. На домашнем турнире одно золото есть, так еще и бронза в придачу. Хороший результат. Что Гусейнов, что Агаев, это две молодых звездочки команды, можно сказать. Видим, да, что встреча на самом деле на высоких скоростях проходит, потому что соперники явно очень хорошо друг друга знают. Не один час тренировались вместе, не одну сотню бросков проводили, возможно, тоже. И здесь очень был близок Агаев, чтобы сконтрить бычок своего соперника. Был готов к этому азербайджанец. И тут на бычок заходил Гусейнов, его сконтрил Агаев, но оценки не было, судья не дал в этом моменте. Ожидаемо, конечно, что эта схватка перешла в Golden Score. И здесь судья решил дать уже третье шидо Гусейнову и отправить таким образом в финал Агаева. Но в финале он боролся против украинца Дильшота Халматова. И на буквально третьей минуте Golden Score своим же коронным брючком катагурумой он зарабатывает в азаре, и этого ему хватает, чтобы забрать золото данных соревнований. Поздравляем Агаева и всех, кто за него болел.